С трудностями в налоговой системе предприниматели сталкиваются часто, и порой отследить изменения в законодательстве вовремя не могут и бухгалтеры. Помочь в решении этих вопросов может только специалист, но такие консультации часто платные. Новый социальный проект от Центра предпринимательства «Цитрус» позволит бизнесменам бесплатно, а главное быстро получить ответы на сложные финансовые вопросы. Этот вопрос он возникает постоянно. Вот к нам сколько людей приходит, у нас в сообществе более 3000 человек, практически каждый второй говорит: да, мне это надо, мне это, дайте мне эту консультацию. Каждая ситуация на консультации разбирается индивидуально. Здесь не обучают всем налоговым тонкостям, а рассказывают основные моменты, как правильно платить налоги и как, если можно, сэкономить. Консультации проводит опытный специалист. И люди, которые на старте в бизнесе, либо уже практикующие предприниматели, сталкиваются с тем, что нет четких ответов на их вопросы. Бывает, что ответы некорректные и неверные, что ведет именно по ложным путям. Я практик 13 лет в этой сфере и знаю, ежедневно проводя консультации, не только офлайн, но и онлайн, понимаю эту проблему, эту боль. А в Сочи это особо остро стоит. Первыми консультацию получили предприниматели, тесно взаимодействующие с городской молодежной общественной организацией «Цитрус». Александр Бруславский, например, выступает в роли наставников для начинающих бизнесменов. Полученная информация пригодится не только ему самому, но и будет полезна для слушателей его мастер-классов. Это очень важный вопрос для предпринимателей. Все это, естественно, законодательно регламентировано, и почему бы не воспользоваться теми моментами, когда можно обратиться к специалисту в широком профиле и понять нюансы налогообложения. Налоговая консультация будет проводиться раз в неделю по средам на Тоннельной, 16. В день могут принять 4 человека, поэтому заявки желательно подавать заранее. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.